Вот предстоит сделать вот такие откосы. Уголки наклеили по уровню. Ровно все. И теперь нужно сделать откосы. Дверь заклеили скотчем малярным. Отмечаем глубину, берем ДВП-шечку. Это типа вагонка, такая ДВП. Отмечаем глубину, которую нам нужна, угол. Вырезаем. Все, отлично получилось. Угол хороший, зацеп хороший за коробку, ничего не мешает. Все отлично. На обратную сторону просто переворачиваем. И получается, что у нас будет одинаковая ширина коробки до откоса. Перед тем, как тянуть, обязательно двери нужно заклеить малярным скотчем, желательно хорошим. Вместо вот этой ДВП-хи можно использовать хоть что. Ну, гипсокартон не пойдет, но ламината можно кусок использовать. Можно использовать плитку керамическую, но перед этим нужно вот эти края закруглить, чтобы она не царапала скотч и дверь. Все, вот такая технология. Не нужно клеить маяк здесь рядом, чтобы вывести ровно все. То есть технология рабочая.